Всем привет на моем канале. Вот, и наконец-то я открою Tamagotchi On. И помогать мне будет Джек, который грызет мне ногти. Поздоровайся. Ну, Джек, ну почему ты вечно показываешь только свою попу? Вот он. Больше, кстати, вы его можете увидеть у меня в Инстаграме. Смотрите, как он хорошо теперь выглядит. Поздоровайся, пожалуйста. Все видели, какой ты был... О, все, курсяк. Вот такой мы. Вот такие мы красивые. Уже не лы. Да не грызи мои ты ногти. Монстр. Монстришечка моя. Моя монстришечка. Мой самый сладкий мальчик. Вот так. Минутка игры с Джеком. Как же, чтобы он на себя внимание не обратил. Он же ж у меня король. Ну не кусай меня, все. Вот так. Видели, какой у нас хвостик красивый? Поздоровайся со всеми. Выплюнь мой палец. И, ай, Джек, больно. Кто маме больно сделал? Не смогу я начать распаковочку, пока вот этот вот товарищ не угомонится. Вечерние игры. Штатив сносить обязательно? Все. Слезь, пожалуйста, с мышки. Спасибо. Ну, и наконец-то мы можем приступить к Tamagotchi On. А, нет, мы не можем приступить, потому что мне грызут за палец. А, на меня нападают. Люди, спасите, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй. Привет. Сразу вспоминаю приколы, которые сейчас в ТикТоке. Ты на меня злишься, потому что я звезда. Я звезда, а ты не звезда. Вот, звезда. Полез на меня. Жалко, вы сейчас не можете это увидеть, но он сидит у меня на голове. Да. Объясню, почему я снимаю в постели. Потому что сейчас большие перепады погоды, а у меня, к сожалению, больное сердце. И вот я несколько дней подряд уже, в общем-то, с кровати почти не вылажу. А так как дистанционная работа... Ну, ты дашь мне, пожалуйста, снять видео или нет? Алло! Мужчина моей мечты! Мужчинка мой! Вот, из-за перепадов погоды, потому что то жарко, то холодно, к сожалению, я себя очень плохо чувствую. Давайте рассмотрим в первую очередь коробку. Если честно, то для такого... Видите, в кровати шатается все. Сейчас попытаюсь немножко лучше настроиться. Вот, в общем-то, коробка очень большая для такого маленького тамагочика. Просто огромная. Но выглядит очень красиво. Чем классен этот тамагочик? Честно скажу, видела несколько видео про него англоязычных. Кстати, это англоязычная версия, есть еще на японском. И, кстати, на японском они очень красивые. Я вам сейчас их покажу. Вот такие вот вы можете посмотреть, ну, как бы выбрать себе англоязычное. У меня вот такая ведьмочка. Что ты, пожалуйста, делаешь? Не даст мне видео снять. Так, и давайте посмотрим. Кстати, вот. Видите? Летучая мышка, ведьмочка, единорожка и фея. Чем прикольный этот тамагочи, то что... с разных персонажей вы можете как бы вывести просто огромное количество различных, скажем так, вариаций детей. То есть их может быть очень много, потому что, ну, как бы скрестив два персонажа, он как бы берет... Я заговариваюсь, потому что меня тут грызут. Вот, когда... как бы вы жените двух персонажей, то его их ребенок берет, скажем так, определенные черты от своих родителей и, следовательно, может вырасти неизвестно кто. Так, ну что, предлагаю попробовать его открыть. Посмотреть, что. Опача. Коробочка пустая. Обожаю это, обожаю. Чу-чу.
посмотрим сначала инструкцию. Так, инструкция. Вы хотите сказать, что надо будет откручивать? Ну ладно, мы открутим. Две батареечки, все как всегда. Ну и вот видите, собственно, объясняется, что два персонажа. Ну и вот получается что-то средненькое. Инструкция на двух языках. Я так понимаю, что это испанский, походу, и английский. Вот. Ну, разбираться я буду, скажем так, уже по ходу. А, еще классная штука, то, что скачав на телефон или на планшет приложение, то есть как для андроида, видите, тут даже показывается, как для андроида, так и для iOS. Вот, можно получать какие-то дополнительные... Куда ты лезешь? Плюхи. Какой он красивый, посмотрите. Ну, это была просто вот такая вот крышечка. Но он очень красивый. Обалдеть. Просто. Честно скажу, камера даже не передает, насколько... Куда ты лезешь? Пошла его ловить. Чтобы вы понимали, пошла его наругать за шкуру. Вот. А он еще за мной бегает. Он сейчас залез к себе на клетку. Так. Давайте вставим батареечки и сделаем первое включение. Сравнивать, естественно, я буду с... Угу. С теми тамагочками, которые у меня были включены. Вот. Следовательно, из тех, которые... Пожалуйста, ну что такое? Из тех, которыми, в общем-то, я пользовалась, это ID, IDL, PS. Вот. Color я так и не включила, если честно. Ну почему я открыть не могу? Ну, пожалуйста. Неужели я не полностью его выкрутила? Смотрите, ну что такое? Так, сейчас попробую раскрутить. Признаюсь вам честно, я очень в шоке, потому что, чтобы выкрутить этот болт, мне реально пришлось помучиться. Сейчас вам покажу. Казалось бы, ничего особенного, но это оказалось сложно. Так, и как же тебя теперь открыть? Пойди вот так. Так, батареечки у меня уже готовенькие. И сейчас будет прекрасный звук. Да, звук включения тамагочи. Ай, это были плохие батарейки. Капец. Вот что значит, я немножко в прострации. Сейчас побегу и возьму нормальные батареечки. Короче, буду говорить как есть. Моя попытка сегодня протестить тамагочек не удалась. Потому что еще нашла еще одни батареечки, и они тоже оказались почему-то севшими. И все, в доме нет батареек. Я, если честно, прям... Ну, я на улицу не выхожу уже 2 дня. Я еще и потеряла болтик. Нашла болтик. Вот, в связи с плохим самочувствием. Б. Вот. Поэтому, к сожалению... Видите, я вам честно говорю, что я сегодня оказалась неподготовленная. Хотя очень хотела снять для вас видео. Но унывать я не буду, потому что что? Потому что я завтра куплю батарейки и такие его вам досниму. Простите, пожалуйста. Ну что ж... Сегодня уже, в общем-то, день следующего дня. Ох, масло масляное. Я сбегала, купила батареечки. Вот. И буду сейчас пытаться исправить, в общем-то, то, что было вчера. Угу. Это кнопочка перезагрузки. Так, ну что, вставляем. Честно, понятия
О, да. Не имею. Пока не буду вкручивать винтик. Так. Ну, давайте смотреть. Что? Тут дает продолжить или reset all? Ну, давайте reset all. Нет, давайте продолжим. Или reset. Короче, давайте продолжим. Так. Но он очень красивый. Сейчас прогрузится и... О, боже! Какая ты милая! Крошечка! Так, ну что ж, смотрим профиль. Нияос Марупичи. Девочка. В общем, она пока сытенькая, всем довольненькая. И что, на этом все? Ну ладно. Мой профиль. Тут потом я поменяю. Ну и, как всегда, выставить время, настроить экранчик и выключить звук. Так, дальше у нас что идет? Дальше у нас идет еда. Ага, детская еда сейчас. Сейчас мы покормим. Кстати, очень похоже здесь кухонька. Вот, как в... Как вот в этом. Вот. Кухня очень похожа внешне. Так, ну идемте посмотрим, что там еще поедет. В ресторан мы пока ходить не можем, мы маленькие. Это что? А, детские печеньки. Ну, давайте дадим детскую печеньку. Так, пошли дальше. Это ванная. О, как удачненько. Я думаю, что сегодня буду сидеть разбираться. Вот. Как всегда, тут должны быть какие-то определенные плюшки. И каждый раз что-то появляется новое. Вот. Покупаем. Да, с уточкой. Вот, и после определенного времени пользования, я думаю, недельку ним пользуюсь, и потом вам обязательно подробненько расскажу, что здесь и как. Так, давайте посмотрим дальше. Это, ну это понятно, это дружба. Кстати, да, приложение я тоже поставлю на планшет. Семья. Семейное дерево, и у нас пока только вот это вот Марупичи. Так, дальше появятся родители. Путешествие в город. Ну, давайте пойдем, нет? А, видно, еще маленькая не пускает. Ух ты, путешествие в другой город. Тоже не пускает маленькие. Так, item box. У нее есть... Ой, у нее есть мишка уже. А ну, давайте. Видите, пока она, в общем-то, даже в магазин не пускает. Так, что тут еще есть? Вакуум. А, это уборка, ну ладно. Так, давайте глянем, что там еще у нас есть. Специальная камера. Наверное, фото. И что? Я же как бы нажала, что... А. Так себе, конечно, фото. Видно, как-то можно было его сдвинуть. Но фото, конечно, не огонь, честно вам скажу. Ну и что дальше? То есть ты некрасиво получаешься на фото, но ты счастлива. Ладно. Так, что у нас тут? Тамалист. Угу. То есть это все, которые будут у меня тут. Дневник, наша неудачная фотография. Ну и первая помощь. Так, а ну давайте посмотрим, ходит ли она на улицу. Понятно, тут просто носится. Что будет еще? Она поносится.
Хватит. Ну, пожалуйста, хватит. И чё? То есть, короче, что-то оно не хочет ходить на улицу. Но, если честно, он очень красивый. Даже видео не передаст, насколько красивый. Да, у меня муж, как всегда, за компом, и он орёт. Он не умеет тихо разговаривать. Ну, то такое. Вот, в общем, беру его в работу на недельку. И через недельку я вам сниму свое впечатление. То, что, в общем-то, я увидела, открыла, узнала. Вот, и будет второе видео. Скажем так, опача. Это было интересно. Будет второе обязательно видео о тамагочике и о впечатлении от пользования ним. Вот. Но он красивый. Он очень красивый. И, если честно, я теперь себе в коллекцию хочу еще один, но уже желательно японский. Вот. На этом, в общем-то, все. Не болейте. Вот. И прекрасного вам лета. Кстати, смотрите, на этом этапе... Сейчас. Ну. Изменилась кухня. То есть тут теперь есть рис. Есть желейка. И уже можно ходить в рестораны. Кран, конечно, очень яркий, очень классный. Так. Какие-то макарошики. Лапшичка удон. Понятия не имею, какой-то суп. Рисовый омлет. Сэндвич с ветчиной. А тут что в снеках? Сок. Крем-паф. Надо поймать какие-то эти пироженки. Лимонный пирог. Панкейки. Донатс. Ну, давайте возьмем. Все-таки что-нибудь, чтобы она не расстраивалась. Так, и заодно давайте сразу глянем. Наверное, откроется уже это. Магазин. Комнаты. Ярко, очень мило. Так, вещи. Универсет. Губная гармошка, журнал, картина, летающий диск, мешочек для монет и аксессуары. Бантик, шапка, еще один бантик, на шею барабанчики, прикольные очки, наушники. Так, давайте выйдем. Игры. Так, какой-то серфинг. И чё? Непонятно, короче. Да. И... Да ладно. Не понимаю. Как играть и какой-то дельфин.
А, тут, короче, надо успевать забирать подарки. А там раз и акула. И тут, 60 монеток. Так, давайте отсюда выйдем. И открылся парк. Не люблю, когда так долго грузится, если честно, вот эти вот переходы. Мне хочется, чтобы быстрее посмотреть. Так. И что? Понятно. Пообщались, и на этом все. Ну вот, в общем-то, то, что уже открылось. И вот теперь уже точно все на сегодня. Не знаю, ли получится сейчас, но она таки ходит гулять. Давай. Кого-то ищет. А перед этим она взяла такую, типа, как плавательную доску и пошла к воде. Так, ну, что ты еще делаешь? Ну, почему ты не хочешь? Ну, hello. Ой. Я успела в какой-то веке. Такс. И чего? Ты что, ничего не хочешь? Ну, hello. Не хочет. У тебя профиль так и не поменялся. О! Нет, опять пошла искать. Ай, жалко. Кстати, на улице она тоже ходит. И у нее сейчас ночь, наверное, нужно переставить часы. И чё? Ну, поплавай, пожалуйста. Сейчас опять скажет hello. Не судьба, короче.